Вот это интересное отношение друг к другу в литовской паре. Агния Дитковскит и Повилас Ванагас будут танцевать под песню Земфиры «Мы разбиваемся». Блестящее выступление, просто фантастика какая-то, красиво. Светлана, и здесь не было агрессии, по-моему, здесь была такая прекрасная любовь. Правда, красиво. Агния очень нежная, очень женственная, и Повилас ее так бережно поддерживает и помогает. Хочу признаться и открыть тайну моей семьи. Моя мама очень болеет за эту пару, она обожает Агнию, и, наверное, от ее имени, да и от себя, конечно же, я бы хотела этой паре пожелать